Это и школьные каникулы в учебных учреждениях. Полным ходом идет подготовка к новому учебному году. Пока дети отдыхают, взрослые вовсю занимаются ремонтом, чтобы ребята начали новый творческий сезон в комфортных условиях. В Чебоксарской детской художественной школе номер 6 имени Акциновых идет активная подготовка к новому учебному году. Здание бывшего детского сада давно нуждалось в ремонте. Делают его поэтапно, определяя приоритеты. На ремонт выделено 3 миллиона рублей. Республиканского бюджета 1,5 миллиона, столько же из городского. Капитальный ремонт проходит в двух местах сразу. В филиале художественной школы, где занимаются малыши с 3 лет, и в основном здании, где учатся ребята постарше. Особое внимание – безопасность ребят. Поэтому сейчас устанавливают новую пожарную сигнализацию. Родители должны быть спокойны за своих детей. У нас не было звукового оповещателя, поэтому вот в рамках этого ремонта у нас это все появится, потому что безопасность наших детей – это превыше всего. Кроме того, подрядная организация приступила к демонтажу деревянных блоков и их замене на окна ПВХ. Уже идет монтаж мягкой кровли и обрисовка фасада керамическими плитками. Завершить работы планируют уже к концу июля. А это значит, что 1 сентября ребята придут в обновленное здание.